считаю себя человеком надломленным. Если я не занимаюсь вопросом кайфа, направление движется моя жизнь. И без конца перефразирую компромиссы, на которые мне приходилось идти. Мне ничем не контролированная, не гарантированная, и не очень-то денежная работа в некоторой аппаратной корпорации, так что о деньгах не могу не волноваться.
la seconda democrazia. Вопросов. Кто помог мне?
Спасибо. Спокойно у тебя. Все.